Известный русский живописец второй половины XIX века Петр Верещагин был создателем своеобразных пейзажных портретов многих русских городов, представляющих собой архитектурные панорамы со сценами повседневной жизни. Наиболее известен его пейзаж с изображением Кокоревского подворья, который художник довольно часто, немного варьируя, повторял. Это подворье в 1860 году построил купец Василий Кокорев. Он обладал миллионным состоянием, прославился удачными финансовыми операциями, занимался железнодорожным строительством, винными откупами, участвовал в нефтяном промысле в Баку. Но вместе с тем был известен как активный общественный деятель, историк, коллекционер, почетный член Императорской академии художеств и владелец картинной галереи. В работе из Севастопольского собрания показано подворье, до сих пор сохранившееся на Софийской набережной. Усиливает эффектность городского ландшафта вид на Кремль на противоположном берегу Москвы-реки.